Так, ребята, мы собираемся на хайкинг. Какой хайкинг, Анастасия Дмитриевна? 15-минутный. Нет, как называется? Ангелита. Ангельский. Ангельский. Значит, очень легкий. Вы уверены? Да. Я не очень. 15 минут идти, мама. Вообще, сказали, что очень легко и вообще не платит. Такая стоит вот такой пост, где нарисованы все маршруты, что где. Мы смотрим, читаем, что тут написано. Национальный парк. Это Анастасия Дмитриевна селфи свое снимает. Это я в жаре. Тоник со мной. Вот как красиво вокруг. Вон какие бамбука корни. Боже мой, все тут решили оставить свои эти видные бамбука. Аж туда залезли, чтобы понаписывать на нем. Капец. Ой, наши люди. Вернее, не наши, а просто люди. Жизнь в Инстаграм вот так происходит. Че-че? Мира мне. Как? Водичка? Теплая? Как? Водичка? Очень теплая, говорит. Вон там все прыгают, и она хочет прыгнуть. Поплыла, молодец какая. Не боится. Хорошо? А здесь голубое небо. А здесь идет дождь. Вот это там. Thank you.
эта сторона острова больше пострадала. Это городок Изабелла. И дорожка сейчас нас выведет прямо к океану. Сейчас немножко повернем и там будем. Ну, мы просто не остаемся, тут, видишь, никого нет, ничего нету. И, наверное, все поуезжали, а окна все забиты еще. Ага, наверное, там городишке досталось. Нет, ураган. Да, обвалился вроде какой-то кусок вообще. Кого это? Это Изабелла или просто остров? Да. Сушат свои футболки. Какой местный колорит тут. Быстрее вылазит. Вижу твой. Пьяный, бухой левит куда-то. Да, он левит. Местный колорит. Ну, в общем, тут будет сейчас очень страшно тебе. Началось путешествие на наш любимый пляж. Вот так мы идем. Настя уже убежала вперед. Сейчас мы ее догоним. Такая здесь тропа идет. В зарослях и камнях вдоль океана. Надо внимательно смотреть, куда ставишь ноги. Потому что можно упасть и подскользнуться. А вон и наша девочка нас ждет. Красотка. Ой, как там красиво. Настя такая юмористка. Все. Полчаса блуждания по горам, по мангровым зарослям. И теперь небольшой спуск вниз. И теперь здесь у нас вот такая красота. Оп. Путешественник. Нравится? Да. Драться в гору. Хочется на пляжик? Конечно. Давай, пошли. Я подумаю сейчас. Точно, что будет пляж выживших. Thank you.
вообще не умеют кататься. Все ничего не соображают, ничего не понимают. Так, опять Настя ведет нас в какие-то новые attraction. Или как это назвать? Adventures. Только что мы видели, как какает кот местный. Теперь прыгаемся через заросли каких-то кактусов. О! И выходим. Боже, какие колоритные женщины пуэрториканские. Да подойти к ним. Настя, там что, по кораллам надо идти? Ты же говорила, деревянный помост. Ну, вон все идут туда смотреть, а ты идешь там, где больше всего по кораллам чалап. Я уже знаю, что сейчас будет. Сейчас она пойдет, сядет на какую-нибудь каменюку, которая сдувает ветром, и будет кричать мне: мама, фотографируй меня здесь, мама, фотографируй меня там. Ох, это Настя, Настя. Ох, это Настя. Что? Да, ты меня сфоткай, чтобы тот выступ было видно. Мы поехали? Все, поехали, еще раз покажу. Поехали, давай. Вот это обращение, вы видели такое? Ребята! Ребята, мамочек надо любить. Не возобновить. Так, любить и возить везде, сказала Настя. Сказала, быстрее, это не все успеем посмотреть. Думали, смотри, как это. Нас снова
снова пеший поход. Настя ведет нас в какую-то крепость. Вот. Поднялись на гору. Вот тут вид. Это еще только 1/3 часть пути. Очень красивая тропа. Вот еще тут такие интересные межевки. А? Только что 5 минут назад мы были там на набережной. Фотографировались с очень красивым деревом. Ой, я отстала. Настечка ждет меня. Вот, похоже, мы наконец-то дошли. С орлами. Видишь? Ой, вот они летают прямо. Офигеть. Ой, так можно еще на холме туда подняться. Ступеньки на крышу мира. Анна, даю тебе право первенства. Вперед! Чешет в небеса! И что там? Пожарники всякие.
эти толпы. Мы арендовали сами ресторан. И вот сидим здесь и балдеем. Уже допиваем кофе. Какие прекрасные тут пальмы. Даже вы, они меня все сейчас мы посмотрим. А дальше мы пойдем купаться в прекрасный бассейн. Картинки мне нравятся с этой дверью. Очень интересно. Тоже какая-то галерея. Молодец.
там написано камнем. Ну, типа вижу, зависаю с друзьями. Короче, лапки слушают такого барахла. Ой, на нем карта ПРТ. Thank you.